Так, запланировано было, что корреспондент Владимир Сергеенко после игры будет брать интервью. Но я не думаю сейчас, что он добьется успеха, что согласится кто-нибудь. Ну вот, смотри, ну куда ты побежал? Я просто, Акинфеев, куда ты побежал? Зачем? Первый гол так был забит. Пустые ворота. Еще раз смотрим. Нет, это второй уже мяч. Это Десоус. Хороший пас, отличный. Шершина тут посадил на задницу. Простите, на одно место. Вот. И пустые ворота. Да, хорошо. И вот пока забивает гол, наш корреспондент Владимир Сатиенко кого-то уже пригласил. Сейчас мы посмотрим, кого, по микрофону, и сейчас послушайте интервью. Только что закончился матч ЦСКА «Вардар», и рядом со мной футболист македонской команды Никола Джашевский, которого, возможно, наши любители футбола помнят по выступлениям за «Спартак». Никола, вообще за счет чего удалось обыграть ЦСКА вашей команде, как вы думаете? Ну, я думаю, что наша игра была...